Да, уверен, что каждый из вас очень тяжело встает, не любит просыпаться утром. Мало того, что надо встать, оторвать себя от дивана, но еще же надо как-то очухаться. Поэтому я предлагаю вот такой вот убегающий будильник. Эта зараза будет бегать, пока вы ее не загоните и не выключите. А бегать будет приблизительно вот так. И плюс еще это, она будет еще, помимо того, что бегать, она еще и будет и звонить. Поэтому все обитатели вашей квартиры будут просто злы, пока вы будете за ним бегать. У будильника есть минутки, часы, таймер, ну все как обычных будильников. Не показывает только погоду и температуру за окном. Материал изготовления, сам будильник пластиковый, резиновые колесики, поэтому если он упадет, ну допустим, с невысокой ступеньки, то есть сантиметров 20-30, с ним ничего не будет. Он будет бегать, ударяться вот все стенки и пищать. Но если он забежит под кровать, вам долго придется за ним лазить. В ассортименте есть два цвета, это черный и белый. Иногда приходят голубые и розовые. Ну, пока их нету. Но вообще все цветы наличия уточняйте у продавцов-консультантов.